сети интернет 29 марта 2020 года выложил комментарий о том, что официально погибших 5 человек в связи с коронавирусом, а неофициально больше. Я с этим комментарием никого не хотел это доводить до паники. Комментарий был ложный, я начитался в сети просто. И прошу всех пользователей извинить меня за такое сообщение. Сотрудниками полиции выявлен факт распространения несоответствующих действительности сведений о коронавирусе. В одном из социальных сетей сотрудники полиции обнаружили информацию о том, что количество зараженных граждан официально достигло 5 человек, а по неофициальным данным количество летальных исходов намного больше. В ходе проверки установлено, что автором сообщения является 33-летний житель Альметьевска. Мужчина свою вину признал полностью и принес извинения перед пользователями сети интернет. В отношении мужчины составлен протокол по части 9 статьи 13.15 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 30 марта постановлением Альметьевского городского суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.15 часть 9 КУАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции напоминают, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 13.15 КУАП РФ, нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей. Полиция Альметьевска призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь!